Всем здорово, народ, с вами Варчик, прошла очередная неделя, и мы смотрим топовый бой по урону за неделю. Чё у нас там люди наиграли, и топовый урончик у нас на 50b, там что-то 11300 урона, кажется. Видим, тут у нас почти пополам ББшек голды по сетапу, 4 ПТ, 1 ЛТ и 2 арты. Ну, не сказать, что прям самый приятный сетап, но могло быть и хуже. Могло быть и хуже. На 50b тут видим 3 полосочки на пушечке. Класс. Классно. Можно, конечно, сказать, что ну, раз 3 отметки есть, значит, будет по-любому нагиб, но уже изначально понятно, что тут 11300 урона. Что-то здесь добудет. Как минимум, кнопка выстрела нажиматься точно будет. Какой-то у нас прожетто глупый, тупо в глаза ему стреляем, а он где? Где же по мне стреляют? Непонятно, непонятно. Делаем 2 выстрела, на КД не уходим. Главное под грилей не подставляться. Один из релей в городе. Пару стэшек в городе. А это значит, что на зелени у них, наверное, много танков не будет. Поскольку гриль... Один в городе, второй гриль в городе, бат в городе, паттен в городе. Остается здесь у нас, чё, 2 СТшки, одна уже сдохла, 430 У внизу там сидит. ЛТшка там внизу тоже ни черта не светит. Ну и еще не светился где-то один гриль и 268. В принципе, еще 2 арты. Ну и в целом на зелени, скорее всего, не особо какая-то движуха, сопротивления жесткого не будет. Ну и света у нас тоже нету. ЛТшка где-то у нас исчезла уже. И в городе у нас плохо. Плохо, потому что и 7 сдох. Закидываем тут в бортик супер коню. В принципе, супер конь засох. Выехал бочиной, говорит, у меня крепкая башня, танкую бортом. Да. Так и делайте. Едем прикрывать город, я так понимаю. Там сейчас будут убивать всяких Е4, 430-х. Кто-то фугасами там по 51 стреляет. Стабильный, уверенный урон. Угу. Едем прикрывать. Прикрываем. Здесь 483 метра у нас. И нас, в принципе, не видели. Только вот из... А не из 705 нас, в принципе, подсветил уже близко, близко было. 3000 урона есть. Врагов еще много, счет 4-4. В принципе, все гладенько. Нету никаких проблем ни на одном фланге, в принципе, ни на другом. В городе тут и 7 почти сдох, пару грилей. На зелени там то же самое примерно. Ну и где-то посерединке там паттон блуждает. И прожетто ни разу еще не светился. Еще один. Один в начале боя уже ливанул. Вообще никак. И еще один вообще не светился. То ли АФК, то ли фиг знает. О, гриль чилит. Это походу мы получим урон. Чтоб я так нагло лез на гриле на 268 урона давать. Но что я могу сказать? Это было нагло. Но старался игрок показывать на 50b из-за поворота корпус. А ВЛД и НЛД у этого танка довольно-таки бронированные. Может быть, на это он надеялся, что танканет корпусом. Не полетели. Ну, это, короче, барабан урона. Уходим на перезарядку. Ну и счет уже 5-7. 268 все это время стоял в том вот кустике возле церкви и, в принципе, ни хрена не делал, походу. Мне кажется, уже пора, наверное, либо на зелень ехать, либо заезжать этим ПТ-шком. Можно тут, наверное, и города давить. Тут все какие-то раздолбанные. Чисто что 268 фуловый. Тесто ЛТ в бочинку стреляет.
Не, ну, в принципе, я тоже на ПТ-10 вылажу нагло и с прыжка стреляю, и всегда попадаю, да. Нет. Не без доли везения. Ну, хоть здесь свелся. Уже хорошо. 5000 урона есть, и это почти половина от того, что будет у нас в этом бою. Не так давно этот реплей, кстати, выложили. Я записываю ночью этот видосик. Вы увидите этот видосик утром. Буквально пару часов назад был видос, точнее был реплей. Самый большой урон за неделю это на СТБ-1. Ну вот я же говорю, он корпус специально подставляет. Довольно много игроков вообще думает, что у 50Б все ватное, но на самом деле корпус бронированный спереди. Короче, пару часов назад реплей, самый топовый за неделю по урону, был на СТБ-1. Что-то 11 тысяч урона, кажется. Я начал записывать тот реплей для вас, типа топовый урон за неделю, но записывал, и мне, короче, не понравилось. Вообще скучный бой, просто скучный. Не представляете, насколько может быть скучным бой на 11 тысяч урона. Просто чел ехал, стрелял там, ну и в принципе все, вообще никакой движухи. Здесь в принципе тоже бой не особо какой-то драматичный, но тут хотя бы танчики ездят. Хоть как-нибудь вообще, в принципе там. А там вообще никакой движухи не было, просто прямо чуть-чуть проехал. Раз пострелял, еще чуть проехал, еще пострелял, ну и в принципе и все. Тут у нас какие-то договорнячки, кто арту заберет. Видимо, очень нужна арта зачем-то. Может, ЛБЗ там какой-то или еще что-то. Вторую арту не оставили. Ну и все. Обидно. Остается у нас два врага. А урона еще нам надо 2300 накидать. Ну как надо. После боевой результат должен у нас быть 11300, насколько я помню, поэтому еще будет 2300 урона. По факту, походу, 50Б наш убьет их обоих. Тайны третьего лица. Мне кажется, гниль его прикрывает зелени. Походу. Мы можем принять гниля, скорее всего, одну тычку, если альфа максимально у него там не вылетит. Но две тычки и от гниля, и от 430 вряд ли. Угу. Тут уже точно мы двоих будем убивать. Странно, гниль не прикрывает. А чем он занимается там? Интересно, чем он занимается. Ну, я думаю, либо он где-то там залип, засох, присох, либо сейчас выйдет, даст тычку и умрет. В принципе, еще 800 урона. А 800 урона это, в принципе, 2,5 выстрела. Тут у гниля шансов не особо много. Это он в спине где-то засветил. Потому что больше негде. Хотя он мог засветить еще отсюда вот. Когда мы ехали так, он мог подсветить вот отсюда. И походу он отсюда и засветил. У нас болельщик какой-то в чатике на ИС-7. Руки какие-то у него там с похмелья трясутся. А как иначе на ИС-7? Мне кажется, на ИС-7 по-другому и не бывает. Не сказал бы, что этот видосик прям сверхинтересный. Ну, не видосик, а реплейчик. Но хоть какой-то. Довольно-таки все как-то... Не то чтобы вообще на халяву получилось. Но я же говорил, что гниль здесь. Кстати. А это что, у нас поражение разве будет? Ну,
Да, походу он дает еще тычку и все. Да. А тут дырка. Или что? А не, гля, 11300, как раз 200 урона. Походу в этот раз я в математику не смог. Гы. Ну, гриль, конечно, такое. Мне кажется, грилю надо было ехать на 50Б, получать весь барабан в лицо и ехать прям за ним, не отпускать. А так он что-то, короче, хрень какую-то сделал. Ой, боже, советчики в чатике там тычат, что-то вытыкивают. Да, вы представляете, гриль стоит, смотрит в эту дырку, и 50Б его первый убивает. Серьезно? Ой, боже. Подарил победу 50Б чисто. Ну, такое, такое. Такие вот бои. Ну, честно говоря, 50Б очень сильный танк на 10 уровне. И... поездил, подамажил. Молодец. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.